Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Ну что, сегодня воскресенье, друзья, последний день у нас для того, чтобы выбиться в Лигу Мастеров 3 звезды. Поэтому погнали. Никаких пощад, никаких, ребята, фокусов, трюков, выкаблучиваний и тому подобное. Идем жестко к цели. Сейчас посмотрим, где мы находимся с тобой. А находимся мы в Лиге Мастеров 2 звезды, ранг 86. Фу. Плевое дело, ребят. Сейчас вот буквально 20-15 минут, и мы будем с тобой. Ну, в топчике, конечно, вряд ли в топчике, но. А может быть, даже и в топчике будем. В общем, меньше слов и больше дела. Ранги у нас у противников 70 и 71. Тут есть некоторые 72. Ну, нам придется делать как, ребят? Трех брать слабачков и двух довольно серьезных бойцов. Я даже думаю, что мы, наверное, сделаем вот так вот. Честно говоря, брав Алапекс вот в данный момент в команду, я очень сильно подставляю сам себя. Потому что я не уверен, что Алапекс нанесет им офигенный урон. Ну, сейчас мы глянем, что из этого получится. Если хотя бы одну-вторую снимет. Ой, слушай, так это хорошо. Армагуша завалит их. Я вот насчет кабана, правда, не уверен. Нет, и кабан тоже упал. Так, да, ребятушки. Сейчас еще, кстати, посмотрим, сколько у нас будет пробегать ступенек. Сколько мы там будем проходить. С 86-й мы переходим на 76-ю, да? 10 ступенек стандартных. Все, друзья. Дело, как говорится, в шляпе. Так, поехали. Что тут такое? Джесси. А ему давай Александру влупим хорошечно, чтобы он знал свое место. Так, подожди, давай, наверное, Донни и Лео. Вот такая комбинация. Донни и Лео против... слушай, ну, блин. Ладно. У них у обоих массовая атака. У Донателло, конечно, будет намного слабее, чем у Леонардо. Но, тем не менее, массовая. Сейчас посмотрим, сколько он отнимет. Сколько он рубанет. Ну, Донни должен, ребята, сейчас... Ой. Ой-ой-ой-ой, не надо, не надо. Майки, отвали. Да какого фига, блин? Как он меня раз... Донни, ну ты вообще, ну... Ну, добивай, надеюсь, добьешь. Офигеть, я не думал, что он по инициативе такой медляк. Просто медляк. Ребята, сотый уровень. Медленнее, чем они 74-х. Ну, куда? Вот сейчас бы вот слег бы, и все. И опять бы, ребят, злился бы непонятно на кого. Ну, естественно, надо злиться на самого себя, но... Ой, подожди, я там видел... Да, 17-24. Слушай, ну давай тогда мы без рисков будем делать. Я возьму маузеров здесь. И вот маузеры и Рафаэль. Это 100% комба. Это то же самое, что брать Армагона и Усаги и Дзимба. Они просто разносят в пух и прах. Во-первых, у них по инициативе все идет хорошо. Во-вторых, очень друг друга дополняют. Прям практически как синергия. Ну-ка, давай, маузеры. Пробивайте им, как говорится, фанеру. На, отдыхайте все, щеглазады. Ну что, ребятушки, все отлично проходит. Смотрим сейчас, на какую позицию мы переходим. Давайте 57-ю мне. Ага, слушай, ну, вроде 10 ступенек, кажется, как бы двигаемся хорошо, да? Но чтобы нам перейти на следующий ранг, нам нужно с тобой, знаешь, сколько раз бомбануть? Слушай, Донни здесь делает. Нам придется с тобой аж... Там 5, а 6 побед сделать. 6, ребята, 6 побед сделать для того, чтобы перейти на следующий ранг. Но это только чтобы перейти, а чтобы еще укрепиться, нам понадобится еще где-то 5 побед. Да вали ты нафиг, этот Майки достал уже, блин, лезет все время не в свою очередь. Давай поджогом их, чтобы знали, почем фунт лиха. И кожеголову сейчас, да, добьет их, ребят. Прекрасно, зачем, спрашивается, я взял тогда вот этих вот всех, а? Зачем здесь нужен был Бакстер Стокман, блин? Да. Слушай, мы, по-моему, на 11 ступенек, ребят, продвинулись здесь. Так, 17-24. Давай я возьму здесь Зека, я возьму здесь Макмана и Пиццелицева. Ну, по идее, Пиццелицей, по-моему, неплохо по инициативе. Зек, естественно, очень хорош в инициативе. Если он сейчас свою бомбочку бросит и еще повесит на них замедляшку, это будет великолепно, ребят. А у него практически и получилось. Почти на всех. Так, ну давай, харчком. На тебе. Идеальная победа. Я же говорил, вот это скорострелы. Скорострелы. Ну ты понял меня, да? Двигаются довольно быстро и, соответственно, наказывают противников просто только шорох.
Так, нам надо 17-24. Тут Маузер 79 уровень, ребята, это уже максимально предельный. Ну, я не буду, наверное, этих, возьмем вот, вот отсюда. Также мы тогда сделаем с тобой хоп-хоп, риностоп. И здесь доберем вот этих вот трех. Все. Ну, опять же, ребят, акцент, естественно, на Кренге плюс Маузеры. У них вроде бы все нормально с инициативой. Здесь единственное, что может вот Рафаэль, ребят, нас переплюнуть, по-моему. Ну, если, конечно, он успеет. Я думаю, что он сейчас просто упадет. Ну, о чем я тебе и говорил. И добьем ракетами. Не будем луч пускать. Достаточно будет ракет здесь. Прекрасно. Все, ребятушки, двигаемся дальше. И у нас там сколько еще? Посмотрим. С 36 на 26. Блин, еще 3 поединка. А, 25 даже позиция. Нет, уж давай ко мне. Давай 17-24. Что ты Горбатого мне лепишь-то тут, а? Да ты достал уже. Вот, 17-24. Ну, тут, понятное дело, ребят, Маузеров возьмем по откату и, наверное, возьмем Супер Шреддера. То есть, по идее, если мы с тобой вот сейчас вот отыграем полностью всех моих бойцов, которые у нас остались еще в игре, при помощи еще откатов, то где-то 50-й ранг у нас будет в Лиге Мастеров 3 звезды. Ну, я вот почему-то планирую так. Так, ребят, в комментариях, короче, спрашивали, когда ты будешь играть в ПВЗ Герои. Друзья мои, я же вам уже писал... Я объяснял, мы сделаем месяц передышки. То есть, ну, отдохнем, так сказать, от растений против зомби-герои. А со следующего месяца уже, ребята, начнем. Потому что в данный момент, ну, нет смысла уже лезть в этот сезон. Ранг я уже все равно высочайший получить не смогу, так как очень много времени профукано. И просто решил, ребята, отдохнуть. Ну, может быть, в ближайшее время сделаю там одну серию, как бы, показательную, чтобы освежить, так сказать, память. Потому что, ну, если мы в ПВЗ будем играть, то заодно тогда надо будет и снэп сыграть. Я в снэп уже не заходил сколько, ну, наверное, столько же, сколько и в ПВЗ. В ПВЗ-Г, вот так вот скажем. Месяц. Там тоже надо как-то продвигаться, тоже нам нужны новые карты. Там очень много новых событий будет, так что... Все будет, ребят, все будет. У нас и ХКР-ка отстает. Я же говорю, одно дело, когда ты в отпуске и время есть у тебя поиграть, ну, хоть худо-бедно, как говорится, и туда заглянуть, и сюда. А другое дело, когда ты просто элементарно не успеваешь. Да еще к тому же я болею. Я же вам говорю, самочувствие хреновое. Ну, как ты будешь, блин, играть, если тебе хреново, ребят? Я и так стараюсь уже изо всех своих оставшихся сил, скажем так. Тресь, мало... Ну что ты хотел сказать, молодец, а бибопчика ты не добил. Ладно. Ну что там у нас, ребята, получается, переходим? Конечно, переходим с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды. В принципе, мы с тобой вот на данный момент сделали наш план, но не забывай, что нам нужно закрепиться. Я уже не буду вам объяснять, что такое закрепиться и для чего это делается. Уже все это знают от и до, для чего это вообще делается. Это делается для того, чтобы когда понедельник наступил, именно 3 часика или сколько там, 4 часа стукнуло, мы с тобой зашли, и несмотря на наше отсутствие, нас не скинули в ранге. Чтобы мы не пришли с тобой и не оказались в Лиге Мастеров 2 звезды, хотя до этого тут пыхтели и старались очень продвинуться. Не понял, а чё вы так Маузер... Блин, а чё они так... Почему так слабо бомбанули Маузер? А, ну 70... Ну все равно... Странно. Ладно, давай так сделаем. Странно как-то, да, ребята? Он обычно оставляет одного, а тут они аж втроем остались. Но, может быть, не потянул он уровень для них? Фиг его знает. Так, ну что, 89-я позиция. Двигаемся. Двигаемся, друзья мои, дальше. Я возьму Армагона. Вот здесь вот, блин, обидно, что придется нам с тобой по 2 отката брать. Но иначе никак. 2 отката, сейчас у нас 5-ка осталась. Плюс еще за задание мы получим 5-ку. То есть еще 5 боев у нас будет возможность сыграть. Ну а 5 боев это... Почему 5 боев? Это если мы 10 делим на 2, да? 2 персонажа по откату, получается 5 боев. Но 5 боев это по 10 ступенек. Слушай, ну нормально будет.
Давай тогда мы с тобой сделаем так. Начнем проходить вот эти все задания. Раз, два, три, четыре, пять. Все ежедневки выполним с тобой, сразу 5 откатов получим. Чтобы нам сюда больше не заходить, не заглядывать. Как говорится, не тревожить нашу душу. Так, сегодня, ребята, будет еще у нас Дракон Всадники Олуха. Там у нас событие. Опять же, никто про него не сказал. Там у нас событие, которое называется Выживание. Я вчера глянул, хотел поиграть, прилег на кроватку, ребята, и вырубился без задних ног. Просто вот... Я не знаю, почему у меня такая слабость дичайшая. Просто дичайшая. Я даже на тренировках, ребят, не могу нормально позаниматься, потому что, ну, просто вялый, как огурец, я не знаю. Хотя ничего, ничего не менялось. Кушай вроде хорошо, сплю вроде тоже неплохо, но какая-то слабость. С чего? Может быть, то, что болеешь... Наверное, скорее всего, то, что болеешь. Хотя и до того, как болел, ребята, у меня тоже была дичайшая слабость. Так, что у нас там дальше идет? Подожди, что-то там... Вот когда такой звук, ребята, был, как только что, это означает, что что-то где-то отходит. И может у меня отойти либо микрофон, либо мышка. Но мышка как-то еще работает, поэтому мне приходится заглядывать иногда. Не отключился ли микрофон, как в тот раз в Tower Conquest играл. Такой же звук произошел, я проигнорировал. И записалась у меня игра без звука. Не знаю, барахлит это гнездо там, видимо. Так, ладно, что у нас там, сразиться? Ну, давай сразимся в боях. Естественно, ищем нашу лису, хитрушку. И нам надо 9... шляп с напитками. Одна есть. Одна есть, то есть, блин. Так, вторая. Да куда ты лезешь? Так, третья. Третья уже нашлась. Четвертая. О, хорошо идет. Пятая. Шестая. Седьмая. Седьмая, ну давай. Восьмая и последняя. Не, я говорю последняя. Вот она, девятая. Так, блин, 12 этих наушников. 12, ну у нас сколько там? Ну в принципе пиццы хватает. Единственное, что у нас тратится телепорты. Ну и фиг с ним. Для чего они еще нужны, ребята, если их не тратить, да? Согласись. Так, я что-то сбился, сколько у нас там наушников-то? Сколько там надо-то? Еще 5? Ну, 5, естественно, я не найду, потому что уже все заканчивается пицца. Со своей зеленой колбой опять достал. Ладно, сделаем так, так. И поднять уровень персонажа. А я разве лисе не поднимал уровень персонажа? Ага, а у меня и не хватает. Друзья мои, а кого мы... собирались прокачивать дальше-то? После Лапекс, ты не помнишь? И я, блин, не помню. Рафаэля, что ли? Или Майки? А, Майки у нас прокачанный. Слушай, значит, получается, Рафаэль у нас идет следующим. По прокачке. Получается так, друзья мои. Ну что же, ладно, подняли ему уровень. Здесь забрали... награды. Ну и как я говорил, 5 откатов мы получили. Значит, значит что? Значит, идем бомбить дальше. Идем бомбить дальше. Так, Армагон плюс маузеры. Да и то мы с тобой не отыграем всех, прикинь. Слишком много у нас остается персонажей. Да нам, в принципе, и не надо, ребят. Нам... мы отыграем и все. Мы зайдем с тобой в полтинничек, и нам этого будет достаточно. Нас уже не скинут оттуда никакими способами. Просто укрепимся с тобой и все. Так что не в обязательном порядке, ребят, занимать топовое место, потому что... не, приятно, конечно, но оно, по большому счету, по существу, нам ничего такого серьезного не даст. Но только если стопроцентную гарантию, то, что тебя не скинут, и все. Так, ну давай, поехали. Опять же Армагон, опять же у нас маузеры. Ну, стандартная, ребята, команда. Команда Гуфи, которая будет у нас
Будет драться. Кашель, блин, достал, не проходит почему-то. Но он такой, ребят, знаете как? Не то, что кашель, а вот в груди вот этот комок стоит. Не выхаркнуть, не схаркнуть, ничего с ним не сделать. А будешь пить таблетки на разжижение, которые вот эти у меня стоят там, ацицета вот это вот. Блин, так у меня сразу в бочину начинает отдавать. Каждый кашель, это как каторга какая-то. Вот и приходится либо кашлять, либо терпеть. Так что как-то вот так. Ну что, у нас, ребят, все, по-моему, да? Тут уже пошел шапочный разбор. Давай, Маузер, бомбите. Хлоп. И валуном добиваем. Так, надо будет сегодня еще эксперт-снаряжение получить. Попробовать вытянуть, по крайней мере. Надеюсь, получится у нас там все. Ну, давай. И так, ребят, 43-я позиция. Ну что, последний... А, еще последних два поединка у нас будет. Ну, я нисколечко не возражаю. Интересно, если мы возьмем Армагона и Кожеголового, а? А, нет, не надо Кожеголового, тут майки. Раз, два, три. Тут даже два майки. Два Микеланджело, так что... Никакого Кожеголового. Давай бомбить стопудово, как говорится. Так, ага. Да ракетами добьем уж, что там, валун в них еще бросать. Просто ракетками и все. Это Тимати нервирует меня он почему-то, ребят. Никчемный Тимати, можно его называть. Так, ну что, получается... Ну, давай возьмем Евгения, фиг с ним. Возьмем Евгения и поехали. Так, Маузеры на откатку. И Крэнк на откатку. Раз, два, три, все. Последний поединок, ребят. Последний поединок, и мы с тобой займем какое-то там 30-е, 20-е место. Это уже, ну, точно нас не скинут, так что... Будет все очень даже... Шикарненько, скажем так. Вот, все. Эти ребятушки отдуплились. Ну что, здесь мы завершаем. Ну, какая там, 22-я, надеюсь, будет. 24-я. Можно было бы, конечно, дойти до топчика. Взять откаты за 250, 10 штук и дойти. Но смысла в этом не вижу, ребят. Пускай лучше доллары у нас останутся. А мы идем с тобой на... Подожди. На испытание. На испытание, союзники. И начинаем потихонечку... О! Смотри. Просто, ребята, с первой же попытки. Эксперт снаряжения. Ё-моё, офигеть. Слушай, ну по идее мне и вот это вот надо получить. Ладно, давай мы с собой, наверное, все-таки добьем здесь. Нифига, как у нас быстро и лихо эксперт снаряжение выпало. Я даже не ожидал, ребят. Бам-бам, как говорится, и все. И вот оно в копилочке. Такое очень редко бывает. Я на своей практике, если честно, даже и не помню, что такое было. Так, давай-ка мы, наверное, этого... О, сейчас хильнет. Еще хиляет-то как здоровски-то. Посмотри, почти под фулочку. На тебе. А что они такие мощные? А, 90 уровень. Что ты хочешь-то? 90 уровень у них. Блин, а вот... А вот, кстати, лисичка-то здесь у нас... Давай-ка будем честны, не в тему. Нафиг я ее вообще взял сюда? Блин. У нас и хила-то нету. Твою налево. И провокации нету. Что делать, блин? Что делать-то? Я не знаю. Так, Кожеголовый. Блин, он же побежит потом, да? Тут их еще больше. Блин, я за лапец бьюсь. Ее сейчас накроют, ребят. Вот смотри, сейчас начнется. Блин, массовой атаки нету. Че тут надо? Тут надо морозилку крошить как-то.
Ну что это такое, ну? Акуна Ичи. Во, она, а я уже вижу, куда она направила свой взгляд. Конечно же. Все, хана, ребят. Нафиг я ее взял, эту дубину, блин, с собой, блин. Хотел как лучше называется. Да ты посмотри, они даже, блин, они даже ребята Пиццелицева наказали. Довольно серьезно, он, урон нанесли на него. Да, Лапекс, конечно, задулась. Так они так специально сделали, друзья. Просто целенаправленно, блин, бомбанули по ней. Я еще разок пойду. Меня такой расклад не устраивает. Такой расклад, друзья, меня вообще не устраивает. Так, давай сдувать отсюда вот эту вот хапу. Так, отлично. Фига не бомбят. Да еще и постепенный урон, ребят. Ну-ка, бомбочку. Пиццу. А что так? Ё-моё, сейчас не дай бог ракеты. Да. Да, друзья. Да что это такое-то вообще, я не пойму, блин. Да иди ты, Роквелл, а, со своей защитой, блин. Пипец какой-то. Просто трэш. Давай-ка... Не, наверное, кожеголову надо. Я не знаю, кого тут лучше врубать. И этот, и тот плохой сейчас... А, плевок. Смотри, как они взялись круто, блин, за моего этого, а. Блин, Армагон не выживет. Боюсь, что он не выживет здесь, друзья. Вообще никак. Так, допустим. Поехали теперь ракетами. Зря я так сделал. Он сейчас ударит же, да? Ну, добьешь, блин. Есть. Фьюх. Ребята, ну да, как-то тут серьезно все было. Ну что, попробуем. Так, не то. Это опять не то. Силовый чек крингов. И последняя попытка. Есть! Вот это да, ребята, вот это называется нам фартануло. Три эпизода и три эксперт снаряжения мы получили. Как с куста. Ну, такое бывает очень редко, друзья. Очень редко, блин. Ну что, 95 осколков, да, 75 мы с тобой получим. И это будет у нас сколько получается? 75. Это 170 осколков будет. Блин, конечно, дофига еще. Копить и копить. Ну, что поделаешь. Будем копить, будем стараться, будем переводить персонажей в платиновый ранг. А на сегодня, друзья, мы все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.